Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Classic. Я хочу выразить огромнейшую благодарность патриотам Великой России и троллям, которые проявляют такое пристальное внимание к моему каналу и смотрят канал, который, в принципе, говоря, к ним не имеет вообще никакого отношения, потому что изначально создавался для людей, которые планируют из этой самой Великой России уехать. Благодаря вашим просмотрам, благодаря вашим комментариям, вы тратите свое время драгоценное и не ленитесь даже оставить комментарий не под одним, а под несколькими видео, просматривая самые злободневные оставляйте комментарии. Вы этим сам раскручиваете мой канал, поднимая некоторые видео достаточно на высокий уровень рейтинга просмотра. Вот. Второе, что немаловажно отметить, ваши высказывания дают простую и иллюстрированную картину того, какие люди живут в Российской Федерации сейчас. Судя по высказываниям, я могу сделать предположение, что большинство тех людей, которые у меня на канале, вот именно патриотов и, соответственно, вот людей, и же с ними, вот, кто пытается канал троллить, это люди молодые, скажем так, то есть школьники, какие-то, может, студенты, ну, такой молодняк. И вот по этим высказываниям можно представить чудовищную картину, которая происходит в России. Ваши высказывания, они наглядно показывают людям с головой, которых, скажем так, крайне мало сейчас осталось в России, что их окружают деграданты, люди, которые физически не могут смириться с любой другой точкой зрения, которая отлична от них. Люди, которые пишут с орфографическими ошибками, люди, которые не знают родного языка, потому что, ну, некоторые послания просто, не знаю, перлы. Люди, которые проявляют крайнюю нетерпимость, ведут себя невоспитанно, по-хамски. То есть вот такая очень иллюстрированная картина. То есть получается, что 99%, вот судя по этим высказываниям, это полные деграданты. Очень крайне редко попадаются тролли, которые начинают издалека как-то мягко троллить, но потом все равно скатываются в конечном счете на оскорбления, на личности, на мат и так далее. Я думаю, что у вменяемых людей остается все меньше и меньше сомнений о том, стоит ли чего-то ждать вот в этой самой Великой России. Даже если предположить, что каким-то образом меняется власть и там придет другой президент, меняется правительство, которое не будет воровать, может быть, там, не знаю, начнутся какие-то подвижки с коррупцией и так далее. Население Великой России останется таким же. Его поменять за там раз, два, три невозможно. Чтобы появилось другое вменяемое население, для этого должны пройти десятилетия и вырасти там другое поколение, которое немножко по-другому социально ориентировано. Вот. А ваши высказывания показывают, что ничего хорошего в перспективе ждать не приходится. Вот. Так что я хочу вам высказать большую благодарность. Вот. Ну, а вменяемым людям, которые так или иначе смотрят мой канал, вот, я могу сказать следующее. Как вы видите, дискуссии, обсуждения видео, ну, любых, они практически прекратились.
гневный отзыв там с матом, ему люди вменяемые пытаются что-то ответить. В ответ получают очередную порцию хамства и слово за слово хреном посту. То есть получают такой длинный баян. Нормальные какие-то обсуждения, они в интернете, похоже, прекратились. Есть просто нетерпимость и, соответственно, дальше одни люди троллят других людей. Поэтому я просто могу посоветовать мне, людям, просто не тратить свое время. Вы посмотрели мое видео какое-то очередное, почерпнули полезную информацию, задумались, стоит ли вам что-то великой России ловить или все-таки пора подумать о срочной эвакуации, пока еще не поздно, пока есть возможность, чисто даже по финансовым соображениям, пока рубль окончательно не бесценится. Вот. Пока ваши еще сбережения не растаяли, пока вы еще имеете работу и можете что-то накопить, потому что тенденция показывает, что идут массовые увольнения и закрытие предприятий. Вот. Ну и сделать выводы. Доказать кому-то из невменяемой публики что-то, это занятие бестолковое, и вы только будете тратить свое на это время. Если у вас есть какие-то сугубые вопросы лично ко мне, ну, естественно, пишите. Только в случае крайней конкретики, когда у вас на руках уже есть виза, связывайтесь, я, соответственно, ваши вопросы отвечаю. Потому что очень много людей обращаются с чистым прожектёрством, а что было бы, если бы, или как бы было бы здорово, если бы. Вот. Сейчас я, к сожалению, за нехватки времени отвечаю, ну, лично переписки, только на письма, где люди уже четко говорят, что у них на руках есть виза, и они уже готовы куда-то ехать. Тогда я могу что-то со своей жизненной точки зрения написать или посоветовать. Вот. А тем людям, которые не знают, с чего начать, я рекомендую просто для начала мою книжку скачать бесплатно и просмотреть видео на канале, потому что я подробно разжевал, но не знаю, дальше некуда, поэтапно, что нужно делать. Хорошего всем дня и удачи! Я посмотрел эти апартаменты. Сейчас медленно проедусь по территории и поснимаю, как здесь все выглядит. В целом очень позитивное впечатление от того, что я увидел. Очень позитивное впечатление. Вот гаражики, вот еще один комплекс, вот еще один комплекс. Напротив, еще одни апартаменты располагаются. Проедьте 1,3 километра. Вот это все, вот этот комплекс апартаментов. Есть даже двухбедрумные, то есть получается, фактически это трехкомнатные даже есть. Если у вас есть комментарий и вы хотите задать вопросы по аренде жилья и переезду в США, пишите, постараюсь ответить по мере возможности и времени. Хорошего всем дня!